Всем привет, друзья! У нас в работе очередной проект на базе данного красавца. Это Land Cruiser 200, 2019 год выпуска. Чистый японец, произведен для Европы, машина уедет в Грузию. Комплектация Security Flower. Производим очень много доработок по данному автомобилю. Это доводчики дверей сейчас устанавливаются в автомобиль. Это электрические подножки, полная шумоизоляция кузова, антигравийная защита всего кузова и самая главная изюминка – это установка комфортных сидений на задний ряд пассажиров от компании МБС, от наших партнеров. И к нам приехал эксклюзивно Дмитрий для установки данных сидений совместно с нашей компанией. Хотим вам подробно рассказать, что было произведено. То есть убрали полностью задние оригинальные сидения, установили комфортные сидения, раздельные от компании МБС автобиографии. Сидения имеют полностью регулировку положений, массаж, пневмонаддувы, поддержку ножной опоры нижней части, которая регулируется, выдвигается вперед-назад, регулируется спинка. На 16 сантиметров утопили вовнутрь, получается, сами сиденья. Красивая консоль, адаптивная, которая полностью имеет управление, которое было встроено посередине в консоли для пассажиров заднего ряда. Сиденья пошиты натуральной кожей. Все сделано полностью по стандартам Toyota. Эксклюзивно сделаны швы, такого же цвета строчка. Все сделано очень красиво и четко. Спасибо большое Дмитрию за быструю качественную установку, за то, что совместно с нашей компанией проделали данный проект. Дим, спасибо. Ребятам большой привет. Всегда рады с вами сотрудничать. Отличная компания. Обращайтесь в нашу компанию. Мы являемся эксклюзивными партнерами МБС Россия в Краснодарском крае.